Всем привет, ребята! Всех с наступающим Новым годом! Мы ходили за покупками. Ой, ну везде очереди, очереди, очереди. Все покупают продукты, все готовятся к Новому году. Вот. Ну, мы немножко так подскупились. Вот, забрала, сходила посылочку. Сейчас посмотрю, что там мне, какие Аня мне огоньки прислала. Так, мы вчера ходили на баню, я видео не снимала, решила отдохнуть. Мы так хорошо попарились, отдохнули, пообщались с родственниками. Там родственники приезжали. В общем, время провели замечательно. И тетя Зина, хитруля, тетя Зина. В общем, мы с вами договорились. Вы ко мне придете, мы с вами приготовим. Она сделала быстро, пока мы сидели. Она пошла, натихаря сделала беляши. Я пришла, она уже все их пожарила. Я говорю, тетя Зина, как можно было за 20 минут все сделать? Она же нам обещала рецепт. Я говорю, ну все. Она говорит, да, мы обещали давно, и все никак не приготовим. Я говорю, все, вы приходите ко мне, и будем с вами после Нового года, будем снимать. Ну, не сразу после Нового года, но вообще. Беляши улетели на ура. Такие вкуснячие были. Спасибо вам, тетя Зина, за беляшки, за баньку, за все спасибо. На кухне, наверное, сейчас у всех вот такая вот ситуация, да? Все везде навалено, наставлено, продукты все разбираем. Купили мандаринки, огурчики. Сейчас, девочки, свет включу. Хлеб семейной пекарни. Это у нас, не помню какой, забыла. Финский, по-моему, да. Финский хлеб. Сыр бри купили, давно не покупали. Это будет сырная нарезочка, тарелочка. София мне в комментариях писали, говорит, а как же салат вот этот с сырочками? Да, сделаю, София его тоже любит. В общем, три сырочка. Майонеза два подкупила, второй не знаю. Это уже выкладывали, разлаживали, все не убрали. Крабовые палочки, не знаю. Или София говорит, сделай мне просто салат. Не надо мне вот тортик делать, может быть, просто сделай. Потом баночку икры. Не знаю, хорошая, нехорошая, камчадал. Морковочка. Потом купила крахмал. Это я буду заварной крем делать для тортика. Хлеб семейный. Ой, не семейный, или семейный. Все, я забываю их название. Черненький такой и такой. И печенье на тортик. Вот такое печенье для тортика взяла. В общем, буду сегодня готовить торт. А сейчас посмотрим посылочку. Надо? Мне больше интересует. Ой, они такие. Это Анечка, тебе сюрпризик. Спасибо. Спасибо большое. Так, Софийка. А можно одну лимонадкой? Как я и просила. Аня чуть-чуть расстроилась, что она поломалась. Они все ломаются. Я хочу одну кушать. Ты же хотела сладенькое, пожалуйста. Да, я как и попросила ее орех карамель. Сейчас я скажу. Вкусная моя. Глянь, аж орешек торчит. Так. Это она. Так. Да. И вот такие вот. А ну, достань мне батарейки, пожалуйста. Огонечки. Блин, что у меня камера? О, фокусирует. Блин, они на вот такой тонкой леске. Я думала, они на обычной, плотной. Вот это не очень удобно. Если бы я знала, что они на такой, Анютка, я бы не брала их. Мне не нравится. Мне не нравится. Это как вот эти огоньки, которые мы с тобой на окно развешивали. Что ты делаешь? В общем, включили. Ну, симпатия. А что это? Включается. Выключается. Красиво. Угу. Я у тебя поверху в комнате. Ну, это раскрутить, так разложить. Ну, вдруг света не будет. Можно. Блин, этот палец мой, девочки. Только что открывала коробку, он как придавила и травмировала. И болит. Надо же с ним все равно аккуратнее. Он вроде зажил. Ой. Ну, в общем, можно на столе украсить, да, если не будет света, так раз-раз, огонечки. Ладно. Я думала, будет вот это вот. Сейчас. Я думала, будет вот такое вот покрытие. Вот это вот. Вот это лучше. А эта проволока, она такая
ненадежная. Может, сломаться? Как красиво, да? Вот эти, такие красивые игрушечки. Угу. Не зря мы их выбрали. Красиво это? Да. Это я. София, на это сразу вот носи на мусорник. Тебе не надо что-то будет упаковывать? Что упаковывать? Не надо. Это пакет внутри там. Может, там что-то лежит? Это мы на почте положили. Мам, а вот что-то большое упаковывать? Да не буду ничего упаковывать, убирай. Ты скажешь, блин, зря я это выкинула. У меня уже знаешь, сколько этих коробок? У нас весь балкон в коробках. Выбрасывай коробки, выбрасывай мусор, сейчас тебе дам. Я тогда пока отключаюсь, включусь позже. Буду когда готовить, девочки, тогда включусь, хорошо? Достала вчера на ночь две утки, они разморозились. Тоже надо замариновать, все поотваривать. В общем, работаю вот так, волосы надо покрасить. Буду заниматься. Я тут на кухне занимаюсь, все отвариваю. Поставила бурячок отваривать, картошку, яйца уже отварила. И ну, тут порядки на кухне понаходила немножко, поразбирала все. И говорю, у нас еды нет. Мы сегодня, я вчера там кашу варила, доели мясо с кашей. И там Женя яйца жарил с колбаской. А еды нет, получается, завтра все будет только еда. Я говорю, давайте что-нибудь купим такое на перекус, чтобы поесть. Софию загоняли в магазин. В общем, решили, купили сметанки. Сейчас покажу. Варенички с картошкой. Они такие манюнькие, как пельмешки. Вот. И купили. София ела у подружки. Очень ей понравилось. Она говорит, я тоже такие хочу. Маленькие чебуречки. Ну, я не знаю. У нас название, они не чебуречки, как это называется. Смотрите, девочки. Кто такое пробовал? Я думала их жарить, а их просто разогреть в микроволновке. Сейчас я вам покажу поближе. Вот такое сейчас будем готовить. Я говорю, кинулись, а еды нет. Наверное, у всех так. Все подоедали, да? Ой, какие они симпатичные. Вот такие вот. На вид, видите, как маленькие чебуречки. Они уже жареные. София пробовала, говорит, мама, они такие вкусные. Она купила килограмм вот этих вот чебуречков, килограмм вареничков и сметанки. Буду готовить, попробую, вам скажу. Это у нас возле магазина пекарня. Вот тут рядышком магазинчик, там продают такое. Бывший Ермолино, там где Ермолино раньше было. Вот. Вышло все на 245 гривен. Это сметана, вареники, вот эти вот чебуречки. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. С вами вместе скажу, вкусно или нет. Ну, раз Софии понравились, значит вкусно. Торт буду готовлю вечером. Девочки, в другом видео сниму торт. А то у меня такое тут распаковка. Ну, такое вот. Отдельно сниму тортик, как видео. Хорошо? А это пусть такое будет. Домашний влог. Ну, и теперь мне варенички, малыши. Так, сейчас варим. Все отварим. Жень, что, ставить уже варить? Да, наверное. Тебе еще рано? А я хочу есть уже. Я, наверное, поем. Так, разогрела я их. Они такие пышненькие стали. Мягусики. Горячие. Сейчас немножко остынут. Пахнут очень вкусно. Вот пахнут, как чебуреки. На стол можно поставить. Сказать, какая я хозяйка. Смотрите, какое блюдо приготовила. Сейчас дегустация будет. Будем пробовать с вами. Девочки, вкусные. Фарш вкусный очень. Чего я раньше их такие не покупала, не заходила? Катюшка, ты меня зазывай. Я там прохожу мимо, ты говоришь, Наташа, заходи.
Обалденная. Мне зря Софии понравились. Фарш очень вкусный, похожий, как вот, ну, дома готовите фарш. Вкусненькие. Для разнообразия вообще идеально. Не надо жарить. Разогрелы готовые. Они маленькие, правда. Класс. Так что советую. Наши местные, кто живут. Раньше это Ермолина была в том магазине. Терминал есть, по терминалу можно рассчитаться тоже. Классно. Тесто такое не жирнючее. Ну, ручки немножко жирные. Да родителям взять такое. А у них микроволновки нет. Вернее, есть, мы им отдали. Только мама не хочет ей пользоваться. А как же их разогреть? На сковородке? Во. Советую. Очень вкусные. А сейчас с вами попробуем варенички вот эти отварить, малышки. Водичка у меня закипела. Они как пельмеши. Сейчас будем дегустировать, продолжать. Ну, название не помню. Но вы по форме запомните и купите. Может, вы и покупали, и пробовали. Вы ж пишите. И варенички, посмотрите, какие гарни. Какая я сегодня хозяйка. Сколько вкусняшек наготовила. Сейчас попробуем варенички. Ну, сварились красивые, не поразваливались, ничего. Зажарочку можно было сделать, девочки, но мне некогда. Зажарочки. Зажарочки, конечно, было бы лучше. Ничего. И с маслом будет хорошо. Сейчас попробую, если понравится, можно брать. Так, есть. А, ну. А, два блюда сразу. Раз. И готово. Так, ну что, пробуем вареники. Я со сметанкой. Сейчас возьмем такой вареничек. Отличная. Картошки много. Боже мой, что такое? Кто-то ковер выбивает. Горячий сильно, надо его в сметану. Вкусное. Вкусное тесто, вкусненькое, мягенькое. Не толстая. Отлично. Вот мы и вышли из положения. Все приготовили по-быстренькому. Хорошо. Отлично. Все тогда, ребята, я с вами на сегодня прощаюсь. Все. Всех с наступающим еще раз. Вот. Увидимся с вами в следующем видео. Все. Всем пока-пока.